с удовольствием поделюсь с вами моими секретами успеха. Есть простая диета, она длится всего лишь 21 день, при том, что за эти 21 день есть можно все, абсолютно. Диета заключается в позитивном взгляде на все происходящее вокруг тебя. Что бы ни произошло в твоей жизни, все это нужно переворачивать в пользу, в позитив. Какую пользу можно извлечь из этого события? Даже если ты споткнулся и упал, сделай вывод, и как ты можешь это перевернуть в позитив. Но если получается, что 20 дней ты мыслил позитивно, а на 21 день в твое сознание прошел какой-то негатив, то тогда нужно такую диету начинать сначала. Всего 21 день мыслить позитивно. Твоя жизнь изменится, все вокруг тебя изменится, твое окружение изменится. Наполеон Бонапарт сказал, кто не умеет говорить, карьеры не сделает. Поэтому начните с себя. Секрет успеха не в том, что ты говоришь, а в том, как ты это говоришь. Обратите внимание, успешные люди говорят все время об успехе. Больные говорят о болезнях. О чем мы говорим, то и закрепляется в нашем сознании. Что вы произносите, тому и обучаетесь. Ну, например, я вообще в своем присутствии запрещаю кому-то жаловаться на жизнь. У нас есть такая пословица: с кем поведешься, от того и наберешься. Европейцы говорят это по-другому. Общайся с успешными людьми, будешь успешным. Будешь общаться с неудачниками, будешь неудачником. Если ты говоришь об успехе, ты обучаешься успеху. Обрати внимание, если ты общаешься с успешными людьми, если ты долго находишься в общении с каким-то человеком, который достиг серьезных результатов по жизни, то невольно, когда ты оказываешься вне, когда ты оказываешься без него, и тебе приходится сделать какой-то поступок, ты невольно начинаешь повторять его поступки. Ты поступаешь как успешный человек, ты повторяешь его жесты. Но если ты поступаешь как успешный человек, кем ты становишься? Успешным. Нужно общаться с успешными, общаться с победителями, общаться с теми людьми, которые тебя превосходят, кто больше зарабатывает. Тогда ты двигаешься. А второй секрет – умей принимать решения. Человек, который не умеет принимать решения, никогда не будет богат. Человек, который не умеет принимать решения, никогда не будет счастлив. Под лежащий камень вода не течет. Если ты будешь делать то, что делал вчера, то и получать ты будешь то, что получал вчера. Для того, чтобы сдвинуться с мертвой точки, нужно сделать шаг, нужно принять решение. Нужно не бояться ошибок. Ошибка дает шанс учиться. Если бы не было этих ошибок, мы бы ничему не научились. Ты должен иметь перед собой ясную цель. Дорога в никуда ведет в город никогда. Для того, чтобы чего-то достичь, ты должен четко знать, чего ты хочешь. Ты должен фокусировать свою цель. У тебя должна быть мечта, должно быть четкое желание, постоянное, жгучее желание, которое заставляет тебя двигаться. Заставляет тебя двигаться именно в этом направлении. Препятствий не нужно бояться. Но, как сказал в свое время Генри Форд, препятствия – это пугающие вещи, которые появляются тогда, когда ты перестаешь смотреть на свою цель. Чем больше этих препятствий ты преодолеешь, тем больше у тебя опыта. А самое главное, что если ты один раз выкарабкался из кризиса, если ты один раз вышел из ямы, ты приобрел навыки поведения в кризисной ситуации. Значит, ты знаешь, как оттуда выбраться. Но самое главное, ты знаешь, как туда не попасть. Это тоже секрет успеха. Для достижения успеха очень важна вера. Потому что человек без веры – это автомобиль без двигателя. Очень важный секрет успеха – это по чуть-чуть каждый день. Ударение не по чуть-чуть, ударение на каждый день. Постоянство – залог успеха. Для того, чтобы куда-то прийти, нужно двигаться. Это точно так же, как альпинист поднимается на вершину. Есть такое понятие – гималайский шаг. Люди, которые делают с каждый вдох шаг. Шаг небольшой, одна стопа. Но если ты не останавливаешься, если ты делаешь каждый раз шаг, ты в любом случае будешь на вершине. Не надо делать больших шагов. Маленький, но сделай. Один из самых главных моих секретов успеха – это всегда делай еще один шаг. Что бы ни произошло, дорогу осилит идущий. В любом случае есть вершина, ты к ней придешь, но только если ты будешь двигаться. Никогда не останавливайся. Принимай решение. Делай шаг. Двигайся. Успех неизбежен. Успешным может стать каждый. По чуть-чуть каждый день и в этом ритме продержаться хотя бы год. Тот срок, за который вырабатываются навыки, вырабатываются привычки, приходит профессионализм, приходит понимание, что нужно сделать в твоем деле. Это дорога, это путь, это настойчивость. Через год к тебе сами придут деньги, через год к тебе придет успех.